Ночью 11 марта в отдел полиции железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о краже ювелирных изделий. Подозреваемый молотком разбил окно ломбарда, протянув руку, схватил лоток с серебряными и золотыми украшениями и скрылся. Ущерб от его действий составил более 240 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленника, неработающий ранее несудимого 27-летнего лондонца, у которого было изъято 40 номинований похищенного им драгоценностей на общую сумму около 60 тысяч рублей. Остальные украшения, по его словам, он потерял, когда скрывался с места происшествия. Установлено также, что несколькими днями ранее подозреваемый уже посещал ломбард и, оценив обстановку, решил совершить преступление. Отметим, что оперативному раскрытию кражи способствовали записи с установленных на прилегающей к ломбарду территории камер видеонаблюдения, изъятых полицейскими. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.